Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне обратился один из подписчиков моего канала с просьбой. У него проблема. Он сам живет в Германии, у него Opel Insignia. Пробег сейчас на данный момент составляет 135 тысяч километров. 12-го года этот автомобиль. Дизельный. Итак, друзья, он решил заменить масло в механической коробке передач, а у него установлена шестиступенчатая механика. Ну, соответственно, приехал на сервис, и ему на сервисе сказали, что масло в коробку залито на весь срок службы механической коробки передач. И самое главное, что нигде нет данных о масле, которое залито непосредственно в эту коробку. И он переживает, он хочет заменить масло в своей механической коробке передач, а по причине того, что у него нет данных о масле, он задал вопрос, какое масло заливать в эту механическую коробку передач. Друзья мои, давайте по порядку. Механическая коробка передач — это не автомат, это далеко не автомат. И я вам скажу так, что в большинстве случаев многие люди за весь срок эксплуатации, а то бывает 400 и 500 тысяч километров, у некоторых даже больше, вообще никогда не меняют масло или там как это, смазочное вещество, которое залито непосредственно в редуктора автомобиля. К редукторам автомобиля относятся мосты, раздатки и, соответственно, механическая коробка передач. Это тоже редуктор. Так вот, друзья, там масло, как правило, не изнашивается сильно. Да, конечно же, есть продукты износа, которые собираются на магниты, которые непосредственно в этой коробке установлены, на днище, бывает в пробке в самой. Но, как таковая замена смазочных материалов, да, как бы рекомендации есть, но такой особой необходимости в этом нет. Тем более на этом пробеге. Пробег-то все-таки 135 тысяч километров. 135 тысяч километров, ну, механика, менять масло, ну, это, как бы, я считаю, даже лишнее. Но если уж очень хочется, но нет данных, друзья мои, тогда все очень просто. Механические коробки передач, они схожи друг с другом. И если кто-то вам скажет, что, к примеру, тойотовская коробка механическая очень сильно отличается от, к примеру, опелевская, или опелевская отличается от механической, допустим, BMW, я вам скажу, что, может быть, конечно, по передаточным числам, в общем, там, конструктивно, она имеет определенные отличия. Но, друзья мои, принцип работы у всех одинаков, подшипники в них практически все одинаково, работают они практически все идентично. Да, они имеют разную компоновку, разные передаточные числа, все это, конечно же, ну, по-другому выполнено, но суть работы одинакова. И если вам уже настолько сильно припекло, и вы хотите заменить масло своей механической коробки передач, и не знаете, какое залить, то посмотрите, допустим, какое масло используется, к примеру, в шестиступенчатую коробку передач, Mercedes, механическую, соответственно, BMW, к примеру, или, допустим, Toyota. Покупайте масло, которое заливается туда, заливайте свой автомобиль, и ничего с вашим автомобилем не произойдет. Я думаю, что вы угадаете именно в точку, попадете именно так, как надо. И никаких проблем с вашей коробкой не будет, друзья мои. Потому что, еще раз вам повторю, это не автомат. Автомат совсем по-другому. Механика есть механика. Я бы, допустим, на таком малом пробеге не менял бы масло. Я считаю, что нет необходимости замены масла на таком малом пробеге у автомобиля немецкого производства. Если он вообще никаких проблем не вызывает, по сути, там не гудит, ничего не происходит, да не мешайте работать механизму. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!